то есть переворачиваете бокал и показываете, что в нем ничего нет. Тот, кто сделает это первый, получит, как это цензурно выражаться, очень хороший приз от Папа Дублина. Да. Фиксирует лично директор Папа Дублина, он же будет вручать приз. Маленький конкретизирующий вопрос. Мы должны вот присесть и сидя выпить или присесть? Нет, поднять. А, понятно. Мы должны встать и стоя быстро и красиво вот выпить, потому что в этот момент продолжают оценивать бороду вашу. То есть все запутано. Может быть вокруг сырое. Так, готовы? Да, готовы, готовы. Так, а болельщики есть люди, товарищи? Так, все готовы, финиш, фиксация готов, участники готовы, болельщики готовы, на старт, внимание, марш! Болельщики! Перевернутая должен быть, так что. Он перевернул его. Ну блин, ну я первый. Первый, первый. Так, фиксирующий финиш. Кто был победителем? Первый. Ура! Поздравление! Человек получает дискордную карту! Папа Дублина! 100%! 10% скидка! А надо сказать, что это не только Пап Дублина, это целая сеть United Pubs. Вот в каждом, да, в каждом пабе сети действует. Я в курсе. Директор, так. Но сегодня, в принципе, и даже в этой первой номинации призы еще не закончились. Мы возвращаемся к нашему, как называется, Ареал Пак. Да, умники и умницы на сегодняшний. Победитель. Так, кто у вас ценный лицо? Александра. Я хотела бы отметить, что очень красиво выглядит. Вы сейчас про города или как бы вообще? А если мы говорим про бороду, то, конечно, первое место занимает человек, который Алексей. Ура! Спасибо. Ура, похлопаем Алексею. Так, еще призы. Так, сегодня мой день. Не уходи. Там же честно не человек Алексей, что не стоит. На стрижку выжимаем же пару. Она действует в течение года. В любое время приходите, и мы приведем за собой. Супер, спасибо. Смотри, я расстраивался. Не утешите, приз. Похлопаем самым большим городом! Ура! Спасибо, ребята! Не забываем о живой очереди к барберам от Jumanji Barbers, которые сегодня работают и наводят красоту. Тем, кто поучаствовал сегодня, можно будет еще подравнять. Конечно, конечно. Конец вечеринки. Продолжаем пить, наслаждаться. Через некоторое время очередная номинация. Ура!